Я хочу перейти к Божьему Слову. И я чувствовал, что я хочу сделать такую серию проповедей на основе послания к Ефесянам. והיום אני רוצה להתחיל. И сегодня я хочу начать. אז קודם מתפלל. אבא, שלח לנו רוח הקודש. Отец наш небесный, пошли нам Святого Духа. ותן לנו לתפוס עקרונות אמונה. И помоги нам понять основания веры. בשם ישוע המשיח. Во имя Иешуа Мессии. אז קודם כל, אני לא רוצה לדבר מתי שאול כתב את איגרת לאפסים. Я не хочу сейчас говорить, когда Шауль написал послание к Ефесянам. בוודאות קשה להגיד. Очень сложно сказать это точно. 20-40 שנה אחרי שישוע קם לתחייה. 20 или 40 лет после того, как Иешуа воскрес из мертвых. ואנחנו יודעים שאז קרו כמה דברים. И мы знаем, что тогда произошло несколько вещей. קודם כל התגשם דבר שישוע בעצמו אמר. Во-первых, совершилось то, что Иешуа сказал. זרע, אם לא מת באדמה, לא מביא פרי. Если семя посеянное не умрет в земле, оно не может принести плод. זה ממש עובדה רגילה ופשוטה. Это обычный факт, простой. וכל מי שמתעסק עם חקלאות מכיר אותו. И тот, кто хоть немного знает сельское хозяйство, знает, что это такой процесс. אבל באופן טבעי, עם חיי אדם, הדבר הזה גם מאוד מאוד אקטואלי. Но также в жизни человека эта вещь тоже очень актуальна. אני אתן לכם דוגמה תנכית או תורנית עתיקה מאוד. Я вам дам одно один пример из священных писаний, очень древний. Мы несколько недель назад, у нас была Парашат Шавуа Хаей Сара. И Сара нигбера бахеврон. И Сара была похоронена в Хевроне. В Танах, асефер азе, יש מיליונים, אולי מיליארדים תנכים בכל העולם. И Танах это самая популярная книга во всем мире, есть миллиарды распечатанных копий. ובכל תנך כתוב שאבינו אברהם שילם 400 שקלים בכסף לקבל את האדמה הזאת. И в каждом Танахе, во всем мире, написано, что наш праотец Авраам заплатил 400 сиклей серебра для того, чтобы купить эту землю в свою собственность. С одной стороны, это печальная глава была. Наша прамать, наша жена нашего праотца умерла. Аваль, бигляль га кевер шила, еш ли ам Исраэль коах хокит. Но из-за того, что написано, у нашего израильского народа есть законное право приобретать эту землю, продолжать ее приобретать, потому что наш праотец сделал этот первый шаг. והנה ישוע מדבר על עצמו ואומר, אם אני לא ימות, לא יהיה פרי. И Иешуа говорит про себя, если я не умру, то не будет плода. ואנחנו יודעים שמוות של משיח שחרר כוחות בעולם הזה שבלי זה אי אפשר היה לשחרר. И мы знаем, что смерть Машиаха высвободила силы в этом мире, которые невозможно было бы высвободить без его смерти. ופרי תקומת מהמוות היו כל כך גדולים. И плоды его воскресения из мертвых были настолько велики. שפתאום היה צורך במאה הראשונה. Что в первом веке должна была была нужда. להתחיל לבנות קונספט תיאולוגי. Начать выстраивать теологический концепт. בשביל לעזור ליהודים. Для того, чтобы помочь евреям. להמשיך בהתגלות שקיבל אברהם, משה, דוד ונביאים. Продолжать то откровение, которое получили Авраам, Моше и пророки. אבל בצד שני. Но с другой стороны. גם אצל הנביאים. Также у пророков. היה הרבה מדובר על התגלות עתידית לגויים. Много говорилось про будущее откровение для других народов, для язычников. והנה הרבה גויים פתאום הצטרפו
Леймунат Исраэль дерех Машиах. И вот многие язычники присоединились к вере Израиля через Мессию. Ве ашлихим аю хаявим латхил лияцер цаадим брурим теологим. И апостолы поняли, что им нужно выстроить какие-то теологические нормы, шаги. Легоим. Для язычников, שבעצם מצטרפים לאמונה יהודית, которые присоединились к еврейской вере. ואם концепт של משיח היה קיים מזמן, מימי של אברהם אבינו, ביהדות. И концепт Мессии существовал в иудаизме всегда, еще со дней нашего праотца Авраама. אז אצל גויים לא היה концепт הזה. У язычников не было такого концепта. ועוד דבר שהיה אמור שליח שאול ואחרים литопель. И еще то, что должны были устроить, апостол Шауль и другие. Ласот хибур бен ягудим вегоим. Каким-то образом соединить и евреев, и язычников. Ки лифней зе ягудим аю мамаш митрахаким мягоим. Потому что до этого евреи всегда отделяли себя от других народов. Ве леумаче Элохим амар леавраам, а цаацаим шелха ю ор легоим. Несмотря на то, что Бог сказал Аврааму, что твои потомки будут светом язычникам. Авали, анахну йодим, ши бамея решена, Исраэль ая сагур беацмо. Но мы знаем, что в первом веке Израиль был закрыт сам в себе. Вегине анахну роим бабрита хадаша арбе хомер катув. И вот в Новом Завете мы видим много написанного материала, шемави басисе эмуна, который приносит нам основы веры. Ве им зе квар эфшар лиркот кадима. И с этим можно уже двигаться дальше. Аз басисе эмуна зе аль ма шанахну нильмад ба эгерет ля эфесим. И основы веры — это то, что мы будем изучать на основании послания к Ефесянам. И пусть Бог поможет нам. Отко ани айти барур? Я пока ясно все говорил. יופי. אז אנחנו מתחילים לקרוא, יוליה, בבקשה תקריא שני פסוקים הראשונים, אגרת אל האפסים, אפישנס, פרק ראשון, פסוקים 1 ו-2. Первая глава, первый и второй стихи. Павел, волею Божию, апостол Иешуа Мессии, находящимся в Ефесе, святым и верным в Мессии Иешуа. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. אז קודם כל, מה שקצת מפריע לי בה, בשתי המשפטים האלה. То, что мне немножко мешает в этих двух предложениях. Шауль потом умер. Они гашалиях. Что Шауль говорит, я вот тот самый апостол. В этом юдим за килу казе кич, казе кцат гафтанут килу. Гине так шивули хевре. Алладин игия. И вот он говорит, как будто бы с гордостью, как будто кичится своим знанием, званием, что он апостол. Анахну юдим ме מכתבים אחרים של שאול. Мы знаем из посланий Шауля, שבמיוחד בגלות, בקהילות, היה די הרבה ריב בין האנשים. Что особенно вне Израиля, в России, было очень много ссор и споров между людьми. והיו אנשים שאומרים, אני תלמיד של שאול, מישהו אומר, לא, אני תלמיד של אפולוס, של ברנבא, או זה, או זה. Многие говорили, я принадлежу, я следую учению Шауля, а я следую учению Аполлоса, а я следую учению Варнавы. И все смешивались, и все эти группы противостояли друг другу. ששאול היה כותב מילה קצת חזקה וכאילו מדבר על עצמו. אני שליח, ומילה שלי מאוד משמעותית. И я думаю, что по этой причине он встал в эту позицию и сказал, я апостол, и мое слово имеет вес и значение. אבל פשוט תבינו שההבנה, но поймите, что понимание של הבן אדם עדין, человека Анав, скромного и такого кроткого. Это классика של כתבי קודש. Это классика священных писаний. ועלינו לשמור את
ענווה הזאת. Нам нужно сохранять эту скромность. כמובן, יש וכתבי קודש מדברים על כבוד למשרת. Естественно, священные писания говорят о том, что о почтении к служителям. אבל אין דבר כזה, או, אתה בני בן אלוהים ובני אתה עומד. זה שטויות. Но к служителям не должно быть такого отношения. Вот ты посредник между мной и Богом. Это ерунда, это неправильно. אנחנו ממשיכים פסוקים 3 ו-5, יוליה, בבקשה. Мы прочитаем с 3 по 5. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иешуа Мессии, благословивший нас в Мессии всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иешуа Мессии по благоволению воли Своей. Есть поба мишпат азе мила меод меод меаненет. В этом предложении есть интересное слово. У бахар бану лифней брият аулам. Он избрал нас прежде создания мира. והדבר הזה יכול להביא אותנו למחשבה. И это может принести нам такую мысль. У бахар бану. Он избрал нас. אבל אולי מישהו שהוא לא בחר. Но может быть кого-то он не избрал. אז הנה, טוב לי, הוא בחר בי. Это хорошо, что я оказался в таком кругу избранных. Он ולמה יש עוד אנשים, ואולי הם הרבה, שהוא לא בחר בהם? А почему есть много людей, и он их не избрал? או איך לשלב את המשפט הזה עם מילים של יוחנן 3? Или как соединить эти слова с Иоанна 3 главой? איפה שכתוב, כה אהב אלוהים את העולם, שנתן את בנו יחידו עבור כל העולם. Как где написано, ибо так возлюбил Господь Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. אני רוצה לפשט את הנקודה כאן. Я хочу немножко поговорить про... упростить этот момент. כי הנקודה הזאת מביאה די הרבה ריבים תיאולוגיים. בעולם המאמינים. Потому что этот момент приносит много теологических споров в среди верующих. אני חושב שפה שאול היה לגמרי פשוט. Я думаю, что здесь Шауль говорил в простоте. והוא אומר, אני מודה לך אלוהים שאני יודע שאתה בחרת אותי. Он говорил, я благодарю тебя, Бог, что я знаю, что ты меня избрал. הוא לא מדבר על אחרים. Он не говорит про других. הוא מדבר פשוט, הוא קורא לקהילה באפסוס, תגידו תודה לאל שאתם יודעים שהוא בחר בך, וזהו. Он просто сказал общине в Ефесах, что скажите просто спасибо Богу, что вы оказались в числе избранных. וחס וחלילה לחשוב משהו כמו התנסות. И не думайте, что вы лучше других. אל תחשבו לעולם שאתם טובים מאחרים. Никогда не думайте, что вы лучше других. ועל זה דיברנו בזמן של פרשת שבוע שאליס דיברה איתנו. И об этом мы говорили во время פרשת שבוע, когда אליס с нами говорила. כשבן אדם מתחיל לחשוב שהוא גדול וסומך על עצמו. Когда человек начинает думать, что он такой великий и полагается, надеется только на себя, יש בעיה. Тогда возникает проблема. שאול מדבר פה על הודיה. Здесь Шауль говорит про благодарение. אני רוצה להגיד לכולכם, חבר'ה. Я хочу сказать вам всем. אם אתם תהיו עם לשון מודה לאלוהים עבור זה, תודה אבא שבחרת בי. Если вы будете своим языком благодарить Бога, спасибо тебе, Отец, что ты избрал меня. אולי תוסיפו שבחרת בי, בן אדם לגמרי לא ראוי, אז זה יהיה ממש משפט הנכון. Если вы даже будете говорить, Господь избрал меня человека недостойного, это правильное предложение. וזה מה ששאול מדבר כאן. И это то, о чем Шауль говорит здесь. בוא נקרא פסוק 7, וזה אחד מהבסיסים כבר. Прочитаем 7 стих, это одна из основ, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. אז כאן שאול זורק לאפסים משפט שבעצם עקרוני למאמין, לכל מאמין בישוע. И здесь он говорит такое предложение, которое является основой любого верующего в Иешуа. ואני כבר כמה שבועות או כבר כמה חודשים מנסה לשבת עם חבר'ה צעירים. Несколько месяцев или даже и несколько недель я пытаюсь сидеть с молодежью. ואני שאלתי אותם שאלה. Я задал им вопрос.
נגיד תשאלו אתכם בבית ספר, скажем, спросят вас в школе, או איפה שם תהיו בצבא, или где бы вы не были в армии, במה אתה מאמין, во что ты веришь, תסביר במשפטים קצרים, объясни простыми простыми предложениями. ורבים מהם ידעו איך להסביר את זה. И многие знали, как объяснить. אבל אני רוצה להגיד, לא תמיד אנחנו יודעים איך להסביר במה אני מאמין. Но я хочу сказать, мы не всегда знаем, как объяснить, во что мы верим. על בסיס מה מבוססת אמונה שלנו? Или на какой основе основана наша вера? אמונה שבישוע יש לנו כפרה. Вера в то, что в Иешуа у нас есть искупление. אני אסביר קצת יותר רחב. Я объясню немножко более широко. ואולי לכמה ממכם זה יהיה מאוד חשוב. И возможно для многих из вас это будет важно. ברית שמשה עשה עם אלוהים. В том завете, который Моисей заключил с Богом. יש מלא חסד. Есть очень много милости. אבל כל הזמן שבן אדם היה אמור להגיע לתפילה לפני אלוהים. Но каждый раз, когда человек хотел помолиться Богу. ובמיוחד להגיע למשכן או לבית המקדש. Или особенно прийти в скинию завета или в храм. תמיד היה אמור להביא קורבן. Всегда ему нужно было принести с собой жертву. ואתם יודעים איך קורבן הזה עבד. И знаете, как работала эта жертва? היו שמים ידיים על הקורבן. На жертву возлагали руки. אני רוצה לבקש מכל מי שנרדם להתעורר. Пожалуйста, все, кто заснул, кто отвлекается на что-либо, послушайте внимательно эти несколько предложений. כשהם היו מביאים קורבן לפני אלוהים, когда к Богу приводили жертву, היו שמים ידיים על הקורבן, на нее возлагали руки. והיו אומרים, אני מעביר את כל חטאים שלי על הקורבן הזה. И говорили так, я перевожу все свои грехи на эту жертву. אחר כך היו שוחטים את הקורבן, потом резали эту жертву, בגלל שכל החטאים, потому что все эти грехи, היו מביאים את הקורבן הזה למוות. Все эти, из-за всех этих грехов жертва должна была умереть. И я, как человек, приведший эту жертву, стал чистым. אני חושב, אלוהים מקבל אותי. И тогда я мог зайти в храм и молиться и понимать, что Бог меня принимает. ובעצם בירמיהו 31. И в книге пророка Иеремии 31. נביא אומר מילים. Пророк говорит такие слова. אני לוקח אתכם ישראל קדימה. Я вас, Израиль, беру вперед. ושם פעם ראשונה אנחנו רואים ביטוי, אני עושה אתכם ברית. И тогда мы первый раз читаем слово «Я заключаю с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». И я приношу жертву, когда и сила этой жертвы будет работать всегда, во веки вечные. И когда вы придете передо мной, одним выражением я прихожу к тебе, Отец мой Небесный, во имя Господа Иешуа Мессия. Эти слова очищают нас. И когда мы встанем перед Творцом всего мира, написано как обещание, ваших грехов я не вспомину более. Эдам, Адам и Бед яхолет ламод муль Элохим вот баган Эден. Первый человек, Адам, потерял способность стоять перед Богом еще в райском саду. И мы сейчас приняли замещение. Есть такое выражение на иврите «бигдей еша» — «одежды праведности». Или одежды спасения. Одежды спасения. Когда мы одеваемся в то, что Иешуа сделал для нас. אני רוצה להמשיך לקרוא. Я хочу продолжать читать. אבל זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. Но это очень важный принцип. ומי נותן לך זכות לעמוד לפני אלוהים? Кто дает тебе право стоять перед Богом? И мишу шоэл. Если кто-то спрашивает. כפרה של ישוע. Жертва Иешуа. ולא צריך להרחיב מזה. И не нужно углубляться в это. אני מקבל כפרה של ישוע. Я принимаю ту жертву, которую принес за меня Иешуа. בוא נמשיך לקרוא פסוקים 8, 9 ו-10. Давайте продолжим читать 8, 9, 10. Каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,
открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Мессии. Они хотят сказать, что лавин это псуки мои локаль. Понять эти стихи не просто. Угила лану сод. Он открыл нам тайну. Есть арбе содот. Много есть секретов и тайн. Вехине ихад мем. И вот одна из них. ומדובר פה על איזשהו שלימות הזמן. Здесь говорится о полноте времени. וכאן מדובר שבמשיח הוא חיבר גם דברים שבשמיים וגם מה שבארץ. И написано, что в Мессии он соединил небесное и земное. קשה מאוד להבין מה זה. Очень сложно понять, о чем здесь говорится. אבל יש משהו מעניין. Но есть что-то интересное. יש מדרש יהודי. Есть еврейский мидраш. ובמדרש הזה אמור, и в этом мидраше говорится, שלפני בריאת העולם הפיזי, что до сотворения этого физического мира Элохим бара шива дварим. Бог сотворил семь вещей. У бара Тора. Он сотворил Тору. У бара кисе хакавод. Он сотворил престол славы. У бара бейт амигдаш шмимит. Он сотворил небесный храм. У бара чува. Он сотворил покаяние. Яхолет лахзор бачува. Способность покаяться. У бара ган эден. Он сотворил рай. Геном. Ад. Спасибо. Геном. Ад. Вешем шела Машиах. И имя Мессии. А тем яхулим, коли хада их шата руце, ликабель мидрашим. Каждый может принимать мидрашим, как он хочет. Аваль, мамаш мед меанен. Но что интересно, что мидраш ортодоксий иуди, что еврейский ортодоксальный мидраш, умерший лифней брията улам, говорит о том, что до сотворения мира Элохим квар яда о бара шем лемашиах. Бог уже знал и сотворил имя для Мессии. ומשהו מאוד מיוחד בברית החדשה פעמים רבות. И что очень интересно, что в Новом Завете очень часто Иешуа בעצמו אומר, הכרת אותי לפני בריאת העולם. Иешуа говорит, ты знал меня прежде сотворения мира. וזה אותו דבר, אותו משמעות. Это то же самое, то же значение. ומה שאנחנו מבינים מעברית. И то, что мы понимаем, зная иврит. Ме иврит шем זה לא רק שם, זה רק יכולת, זה גם אופי. На иврите имя это нечто большее, чем просто имя. Это характер, это способности. Авраам. Авраам. Аба Рам. Аба Гадоль. Авраам это большой отец. Авраам. Авраам. Ав Леамим. Отец для множества народов. Шем шела Машиах Иешуа. Имя Мессии Иешуа. В Бабрите Хадаша катув киу хошия эт амо. Написано, он Иешуа, потому что он спасет свой народ. А вальгам есть шимот носафим ли Иешуа. Но также есть дополнительные имена у Иешуа. Зохер от шем шела Машиах ледугма. Кто-то помнит еще одно имя Мессии? Эммануэль. Иммануэль. Бог с нами. Он приносит присутствие Божье к своему народу. И через Него мы соединяемся с Богом. Но вдруг мы видим еще одно значение имя Мессии. Мы вдруг видим, что בתפקיד של המשיח היה מטרה לחבר שמימים, דברים שמימים לארציים. Что Мессия должен был соединить земное и небесное. Они хотят, чтобы шигаон им рож אנושי להבין את זה. Я думаю, что человеческой головой, нашим разумом это невозможно понять. אנחנו בקושי מבינים בניית השמיים. Мы практически не понимаем, как устроены небеса. שם ופה קראנו שיבה Рамочила шамаем. Там и здесь мы читаем о том, что небеса состоят из семи уровней. Кшанахну курим баеврит невиим. Когда мы читаем на иврите пророков, питом руим хамешесре сугим, швайесре, хамешесре, швайесре сугим, шел дварим руханиим шелухим бара. Вдруг мы видим 15-17 видов духовных вещей, которые Бог сотворил. Малахим, херувим, серафим. Ангелы, серафимы, херувимы. Ве им анахну баэцем хошвим, ше ешлану по баале адамот,
И если мы понимаем, что здесь на земле столько много разных видов, подвидов и всего остального, то, скорее всего, на небесах есть еще больше. И то, что интересно, что говорит Шауль, что в Мессии властью Иешуа он соединил под своим покровительством небесное и земное. Я не думаю, что Шауль хотел нам заморочить голову. Но он хотел показать что-то очень важное. Когда мы читаем про Иешуа, мы понимаем, что написано, что он последний человек. Кто помнит? Первый Адам и последний Адам. Наверное, это вопрос был в том, что Адаму нужно было подняться в то место, где был Иешуа. Но из-за греха он скатился в грязь. А из грязи Иешуа поднялся в то место, где первоначально Бог приготовил, чтобы Адам находился в том месте. И потом мы читаем что-то интересное. Что в нем и мы там можем сидеть, пребывать. Хевре, анахну ше итрагальну ле маскорет минимум, мы, которые привыкли к минимальной заработной плате, маскорет бенонит, или к средней заработной плате, рехев тов, о поход тов, хорошая машина или менее хорошая несия машина, несия баотобус, поездка в автобусе. Анахну коля зман минасим лид габераль одэ изишу махала ше питом кофецет эцлейну. Мы всегда пытаемся вылечиться из еще одной болезни, которая нас атакует. Ешлану мале махшивот товот вераот. У нас много мыслей плохих и хороших. Помимо работы, анахну ле кольках хошвим аль ацмейну тов. И часто мы про себя не думаем хорошо. Питом анахну курим мила меот хазака. Вдруг мы читаем такое сильное слово, что в Мессии Иешуа анахну йошвим шам бамаком музар гадоль вемивурах, мы сидим в этом странном, великом и благословенном месте. Каше меот лавин, очень сложно понять это. Пам издамен ликро сефер шел Ханох. Один раз я прочитал книгу Еноха. Вецел Ханох еш кама сфарим. У Еноха есть несколько книг, они не часть священных. Но есть такие места, где есть цитата из книги Еноха. И есть части, которые были известны до того, как Иешуа родился. И есть части, для примера, этиопийская, которая, нехтева в 103-м. И есть, например, эфиопская версия, которая была написана в 3-м веке. И очень интересно, что в этой версии говорится про Еноха. Кто помнит Еноха? Это был 7-й от Адама. И его забрали на небеса в каком возрасте, кто помнит? А? 365. Ой, я бахур цаир. В возрасте 365. Молодым он попал на небеса относительно других. Те, которые там жили, тогда их они до 800 лет жили. А бахурчика цаира за 365, потом... И этого парнишку такого молоденького 360 лет забрали на небеса. Так в эфиопской версии написано что-то интересное. Я уверен, что те, которые писали эту эфиопскую версию, они уже успели прочитать послание к Ефесянам и книгу пророка Исаии, 53 главу, и что еще, и Откровение Иоанна. Вэм ядуаль маком
בשמיים של משיח. И они знали об этом месте Мессии на небесах. ופתאום הם מכניסים אותו ביטויים לחנוך. И вдруг они эти же выражения записывают в книгу Иноха. ופתאום הם מספרים איך חנוך השתנה בגלל דבר אדוני. И они рассказывают о том, как Енох изменился из-за Божьего слова. ופתאום הוא קיבל יכולת לראות את עולם כולו ולהרגיש עולם כולו, ונבואה לכל מלאך גדול וקטן. И он вдруг начал чувствовать и видеть весь мир во всей своей полноте. Это было пророчество для ангелов. ואני חושב ש החבר'ה שכתבו את חנוך 3, я думаю, что те, которые написали книгу Иноха, третью главу, הם התנגדו לתנועה משיחית. Они были против мессианского движения. אבל הם לקחו את כל הביטויים שמיסטים אז השתמשו למטרה הזאת. Но все выражения, которые мистические выражения, они взяли в эту книгу. אז אני חוזר ואומר, Шауль אומר, Шауль говорит, שישוע בגלל שהוא לא פחד למות עבור חטאי עולם כולו. Из-за того, что Иешуа не побоялся умереть за грехи всего мира. Элохим сам אותו למקום אדיר גבוה. Бог его поместил на самое высокое место. ואנחנו נמצאים בתוכו. И мы находимся в нем. אני חושב שזה מחשבה גדולה מאוד. Я думаю, что это очень большая мысль. אבל יש עוד לא פעם אחד כתוב תחשבו על דברים שמימיים. Но не один раз написано, думайте о небесном. למה? Почему? אני חושב שבאופן פרקטי, я думаю, что практическим образом, כשהריכוז שלנו ממוקד רק איך להרוויח ומה לאכול, когда мы сосредоточены только на том, что заработать и как поесть, או מה ללבוש, или во что одеться, אז אנחנו מאבדים מטרה הגדולה לחיינו. То мы теряем большую цель для нашей жизни. וכאן יש לנו הזדמנות. И здесь у нас есть возможность. אנחנו מקבלים מילה, תחשבו על משהו גדול. Мы получаем это слово, подумайте о нечто, о чем-то великом. בוא נמשיך לקרוא, ואנחנו עכשיו קוראים לאפסים 1, מפסוקים 11 עד 14. Сейчас мы читаем Ефесянам 1 глава с 11 по 14 стихи. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Мессию. В нем и вы, услышав слово истины и благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Они хотят, что им бы надам שנולד לפני 20 שנה קורא את הפסוקים האלה. Я думаю, что человек, который 20 лет назад родился, читает эти стихи. הוא לא יבין כלום. Он вообще ничего не поймет. כי הטקסט הוא כזה קצת ארוך. Потому что текст очень длинный. אבל אתה למדת הכל עכשיו לקבל דרך טיק-טוק עם משפטים קצרים. А сейчас все учатся воспринимать информацию через TikTok короткими предложениями. אבל כאן מדובר גם משהו מאוד חשוב לנו. И здесь говорится о чем-то очень важном нам. אנחנו יורשים. Мы наследуем. אם קיבלנו אמונה במשיח, פתאום מקבלים את כל ירושה. Если мы приняли веру в Мессию, то мы получаем все наследие, как его сонаследники. И как мы это знаем? Бог дал нам печать Святого Духа. Он дал нам залог. Он дал нам залог. אני אספר איך זה עובד. Я расскажу, как это работает. עכשיו זה לא עובד ככה. Сейчас так это не работает. כי לכל אחד יש כרטיס אשראי. Потому что у каждого есть кредитная карточка. ולפני 20 שנה זה עבד ככה. А 20 лет назад это работало так. אתה נכנס לחנות. Ты заходишь в магазин. ואתה פתאום רואה במבצע מוכרים מקרר. И вдруг ты видишь, что хорошая есть скидка на холодильник. ומקרר עלה 4,000 שקל, פתאום מוכרים אותו ב-2,500. Холодильник стоил 4000 шекелей, вдруг его продают за 2500. ואין לך כסף הזה איתך. А 2500 у тебя с собой нет. אבל גם אין לך כרטיס אשראי. И кредитки у тебя тоже с собой. אני זוכר את זה, אתה מוציא 200 שקל.
И я помню, ты тогда достаешь 200 шекелей, что у тебя есть. Мухер, приходишь к продавцу. А вы умерли, они бывают шатаем, бывают йом, они мавили хашара кесов. Как за кваршили? И он говорит: слушай, я тебе через 2 часа или через или завтра принесу остальную сумму, а пока возьми этот залог и напиши, что холодильник мой. А зем отбиким аля микарер махум нимкар квар. И они тогда на холодильник пишут такую записку. Мимо винуте акша. Продан. Кто меня понимает? Саирим атем ивантем аня мартио бисхало. Молодые, вы поняли, что я говорю или нет? Я фемиан. Арти. TikTok, Visa, the calendar. Меньше TikTok смотрите и больше книжки читайте. А Тайван-то у тебя, Богдан? Вы меня поняли, Богдан понял? Богдан книжки читает. Ани хозер. Я возвращаюсь. Еш бетохейну хотемет. В нас есть печать Святого Духа. Внешние могут это видеть или не могут видеть. Но внутри нас есть печать. Когда Бог смотрит на тебя, Он говорит: я тебя знаю. Есть некоторые, которые спорят и говорят, что значит печать Святого Духа. מדברים בלשנות, לא מדברים בלשנות. Говорят на языках, не говорят на языках. מביאים נבואה, לא מביאים נבואה. Пророчествуют или не пророчествуют. אני חושב שזה הכל משני. Я думаю, что все это дополнительное. А הדבר החשוב. Самое важное. זה פירות רוח. Это плоды духа. אם רואים שבן אדם משתנה. Если видим, что человек меняется, тогда у него есть печать Святого Духа. Если он был вруном и перестает врать, если он говорил и ругался грязными словами и прекращает это делать, тогда есть изменение. И это означает, что на нем есть печать Святого Духа. И только внешние изменения могут дать подтверждение на того, что есть печать Святого Духа. Ешо говорил об этом. И он сказал такое слово: послушайте меня. Если вы пророчествуете, или даже изгоняете бесов, но ваш характер не изменяется, тогда в последний день я скажу вам, я вас не знаю. Подумайте об этом. Есть ли у тебя печать Святого Духа? А им ата баемет гашта лелухим вебикашта שה קורבן של המשיח יעבוד בתוכך. Пришел ли ты к Богу совсем от всего сердца искренне и попросил ли ты его, чтобы жертва Мессии работала в твоей жизни? אם אנחנו מסתכלים על שער פרק ראשון, если мы посмотрим на остальное, что написано в первой главе послания к Ефесянам, אז בפסוק 16 כתוב תחשבו על דברים גדולים, על שמימיים. Что в 16 стихе написано, в 16? Всегда думать о чем-то большем, о духовных вещах. בפסוק 17 כתוב. В 17 стихе написано. תבקשו רוח התגלות. Попросите дух откровения. Потому что без него вы не сможете понять эти вещи. Здесь я хочу сказать молодежи. Ни на иврите, ни на русском я не могу объяснить эти вещи. Бакейфли памбе лашевет этхем веласбир дварим белогика вебатмуна шел китвей кодеш. Я очень получаю большое удовольствие сидеть с вами, объяснять вам логически вещи какие-то логические. ולהסביר על דברים גדולים שבמבט הראשון אתם לא יכולים לראות בכתבי קודש. И объяснять вам большие великие вещи из священных писаний, которые вы, наверное, с первого прочтения понять не можете. אבל יש דבר שנקרא להכיר את אלוהים. Но есть такая вещь, которая называется узнать Бога на личном уровне. מה זאת אומרת?
Что это значит? Это значит почувствовать, как он прикасается к тебе. И я хочу предложить вам, вам молодые и всем остальным, которые думают, которые знают, что у них нет этого откровения. В один день забудьте свой телефон дома. И идите куда-нибудь на море, где нет людей. Сфатьям. Ветивалу ливад им Элохим. И попытайтесь провести время наедине с Богом. Задайте ему вопросы. Насколько ты настоящий Бог? Дай мне почувствовать тебя. Я был молодым парнем, когда задал Богу такой вопрос. И он мне ответил. Я думаю, что у многих был такой опыт. Аба, тигалели этот смеха. Отец, открой мне себя. Тигалели шем шела Машиах. Открой мне имя Мессии. Они кшаити цаир и тлабатити аль эмуна ба Иешуа. Я когда был молодой, я сомневался и относительно веры в Иешуа. Они ки игуди хашавти шу бихляль бугет шел ам шелану. Я еврей, думал, что он предатель моего народа и моей веры. Аваль пам итпалальти ва амарти адон тива Бавакаша тарели им заимет. Но один раз я помолился и сказал: Боже, покажи мне, если это правда. Отчува это кольках брура. И ответ был настолько ясный. Шеада йом кшани зохер маши раити аз. Когда и до сегодняшнего дня, когда я вспоминаю, что я тогда увидел, аз цмармурет еш баколя гуфи. То у меня мурашки по коже бегут. Пасук 19 умер. Шиу яхоли йод гадоль меод бетухейну. 19 стих говорит о том, что он может быть очень великим внутри нас. Питом анахну яхолим лехавот коах шел ткумат мина мавет. Вдруг мы можем пережить эту силу воскресения из мертвых. Ве кмо шамарти квар питом анахну матхилим лахшов. Мазот умерет. И как я уже сказал, мы начинаем думать, что это значит. Шани юшев и то. Что я сижу с ним на престоле небесной славы. Ребята из группы Лиэль. Вам домашнее задание на следующую неделю. Подумайте об этом выражении. Ты сидишь с Мессией на престоле славы на небесах. Что это значит? Я закончил на сегодня. Я хочу помолиться вместе с вами. Давайте мы встанем. Слово Шауля в то время укрепило эфесян. И дало разъяснение евреям и неевреям. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы силой Святого Духа ты укрепил сейчас нас. Ам Исраэль. Народ Израиля. Маминим ба Иешуа. Верующих в Иешуа. Бетох Исраэль. В Израиле. Аним итпалеля вур цаирим ве мивугарим. Я молюсь за молодых и за... Таазор лану лихавот. Старших. Помоги нам пережить. Эт коах шешихрер отану миамавет. Силу, которая освободила нас от смерти. Эт капарашила Машиах. Шешихрера отану мемишпат. Жертву Мессии, которая освободила нас от суда. Шемалбина отану ленецах. Которая сделала нас белыми, чистыми во веки вечные. Ветазор лану лавин. И помоги нам понять. Откама хотемет шел руах ха-кодеш машмаутит бахаейну. Насколько печать Святого Духа значительная в нашей жизни. Ани гамруце ливакеш лахзор ахарай ба милим. Пожалуйста, повторите за мной эти слова. Аба, ты галели это имет шелха. Отец, открой мне твою истину. Ты галели, ми они ба Машиах. Открой мне, кто я в Мессии. Та азор ли. Помоги мне. Амен. Аминь.